Всех приветствую, дорогие друзья, меня зовут Данил, и вы находитесь в новом видео по игре Motor Depot. И сегодня у нас будет КАВС, ну или ПАЗ 4230, городская версия. Характеристика: масса 7 тонн, максимальная скорость 90, мощность 138 лошадиных сил, количество мест 27. Работа 18 тысяч, перевозка пассажиров по городу и по райончику. Ну, прокатимся мы сегодня с вами на такой вот Авроре, как раз посмотрим, что да и как. Так, ну я смотрю, перекрасить ее никак нельзя, можно только шторки. Колпаки, о которых говорил, подходят на Аврору, мы их и берем. Ну и штоки давайте в такой, наверное, ну, синий или голубой цвет покрасим. Все. А в салоне, ребята, здесь как-то, не знаю, что можно. Давайте оплетку придумаем как-то. Ну, давайте вот такую вот. В принципе, очки. И, наверное, да, флажочки давайте повесим. Будет, наверное, нормально. Все, погнали. По определенным причинам, ребята, я сейчас не нахожусь в онлайн-режиме, поэтому прокатим сегодня в одиночке. По городскому маршруту я сперва хотел выбрать по району, ну ладно, подумаю, ладно. Сейчас, ребята, давайте все-таки выберем первый городской маршрут. Опять же, по определенным причинам у меня немножко вот сбился мой режим съемки видео. Поэтому, ребята, погнали. Так, осторожно. Первый маршрут. Я не помню, мы с вами катали на первом маршруте или нет. Я помню, мы на втором с вами на МАЗе ездили. Этот я не помню. Ну, по идее, мы на ЛАЗике ездили. Так, заходим. Отлично. Ну и все, не стоим. Теперь сразу поедем. Пассажиры сидят. Прекрасно все. Ну, звуки, кстати, мне нравятся. Звуки в этой Авроре. Только когда в гараж зашел, мне не понравились. Ну и максимальная скорость. Сейчас мы с вами это проверим. У нас будут участки, где можно будет разогнаться. И пошел дождик. Ну, а как же. Я в онлайн захожу, там дождь идет постоянно. Ну, думаю, ну ладно, в одиночке не будет дождя. Да нет. И здесь он, ребята, тоже, пожалуйста, вот он. Как миленький. Все, погнали. Так, ну писали 90 километров, да. Ну на трассе мы, наверное, проверили. Тут нам остановки не сильно дадут проверить максималку. Ну ладно, у нас, если мы в центр же выйдем, там будет более-менее прямой участок. Посмотрим. Так, погнали, поворот, втыкайся. Ну вот, зараза, у нас теперь будет тут дождик. Что не совсем-то и хорошо. О, зеленый, отлично, ребята. Когда зеленый, это всегда хорошо. Первый светофор зеленый, возможно, следующий светофор тоже будет зеленый. Говорят, если на зеленый попадешь, то всю поездку будет зеленый, ребят. Вот сегодня мы с вами это и проверим тоже. У нас, по-моему, такое было. Помните, мы попадали с вами только на красный, у нас был только красный. Теперь на зеленый, но вот посмотрим, будет ли у нас зеленый. Так, остановка отлично. Народ заходит. Все. Так. Трогаемся. Так, нам налево. Ну, как раз сейчас у нас тут главное. Погнали. Вот как раз мы вырываемся на такие более прямые участки. И сегодня мы проверим эту скорость. Ребят, ну я же снимал, помните? Да, зеленый, отлично. Я же снимал в Форзенба симуляторе, кто не смотрел, Аврору. Я там говорил, что мы будем сравнивать. Ну, в принципе, сравнивать я буду другую Аврору. Аврора, которая будет у нас в следующем видео, это будет пригородная такая, ну, куда, туда ж. Это городская версия, то у нас будет междугородняя, пригородная, ну, вы поняли. Вот ту мы с вами и сравним, потому что 4230, там было 4238, по-моему, ну, сравним, можно хотя бы звуки будут, ну, приблизительно, ребят, получше. Потому что та Аврора, которая была в Прозенбассе у нас, она была, ребята, жестко недоработанная. В общем, вот так вот все. Так, ну пока он едет, у нас 80 есть. Ну, 80 пока едет, друзья. Ну, возможно, 85 точно поедет. Ну, тут, как я уже говорил в своих прошлых видео, дорога для замера максимальной скорости здесь позволяющая. Уже аврорка наша черная стала, ну, дождик идет, грязь намокает. Я думал, мы прокатимся по солнышку, а у нас опять, друзья, пошел дождик. Ну, как обычно, ничего нового.
Хорошо. Попался у нас все-таки красный светофор. Ну, посмотрим, что сейчас будет. И сейчас красный. Ну, значит, неправильно говорят. Давайте остановимся. Неохота нарушать. Ну и неохота долго стоять на этих светофорах. О, зеленый. Погнали. Давай, трогайся. С первой передачки, вторая. Ну, динамика, знаете, ну, не сильно. Я еще проверил, пока ничего не могу сказать. Что-то вроде среднее между тем же самым пазом 32051, ну, который был в прошлом видео. Я думаю, среднячок. Но сейчас впереди еще дорога у нас большая. Ну, не такая уж и большая, конечно, но мы же еще будем в обратную сторону ехать. Это у нас круговой маршрут. Вот в обратную сторону заодно проверим тоже, как оно будет. Отлично. Заходит народ. Все, народ у нас в автобусе, поехали. Тут, кстати, если резко тормозить, никто нас за это не накричит на нас. Это у нас не Протенбас, как у нас обычно. Тормозишь, и люди что-то там на своем разговаривают здесь. Просто вот так вот. А маршрут у нас же называется РТП-порт, да? Вон, кстати, вижу порт. Но мы сейчас как-то по круговому... Ого, полез! Мы сейчас как-то с вами по круговому поедем. А могли по прямой бы поехать, и был бы порт. Не уважаю, здесь автобусы лезут. Правила дорожного движения нарушают. О, видите, резко затормозил. И нормально. А я по привычке сейчас знаю, что резко торможу, будут кричать на меня. Но и нет, даже мотор-депо здесь не кричат пассажиры, если ты резко как-то остановишься. Так, а это светофор зеленый. Ну, как-то так, переборщиво светофорами у нас. То зеленый, то красный, пока не до конца. Я понял. Так, тоже более-менее такое место, чтобы притопить наш автобус. Давайте мы это и сделаем. Так, а ну поворот, ладно. Ну, короче, 60 городская, 70. У него такие скорости городские есть. Да и автобус городской, думаю, больше 80 он не должен ехать. А вот, кстати, порт. Получается, будет у нас такая конечная остановка. И поедем с вами в обратную сторону. А дождь не перестает. Кто хоть переставал. Помните, мы сразу зашли, и там он перестал. Ну, когда прошлое видео снимал. А здесь никак. Ой, пролетим метку. Ну да, мы здесь всегда пролетаем с вами. Ладно. Давай. Блин, надо теперь под эту метку подстроиться. О, отлично. Так, все. Кто-то вышел, кто-то зашел, но мы следуем уже в обратный путь, в обратную дорогу. Так, говновоз какая здесь проедет. Без аварии постараемся сегодня. Ой-ой. Только сказал без аварии, как обычно, налетел на бордюр. Мощности было мало. Давайте вторая передача, третья. Что-то вы не едете, не пойму. Четвертая, давай. 60, во. Такая динамика, средняя, средняя. Как была и, в принципе, в том пазе 32051. Так, зеленый. Это хорошо. Ну все, получается, сейчас у нас будет та же дорога, только в обратную сторону. Опа. Ну, немножко криво залетел, но мне неудобно смотреть. Неудобно смотреть от такого вида. Мне из салона удобнее на остановку заруливать. И метки так часто, когда вида из... Не из салона, мне неудобно смотреть. Поэтому из салона немного удобнее будет. Так, желтый. Ну, на красный, ладно. Будем считать, мы на желтый проскочили. Тоже, конечно, не очень правильно. Вот, например, в моем городе за желтый свет, недавно вот правило вышло, что за желтый свет уже будет даваться штраф. Ну, будем считать, что в мотор-депот это правило, ну, не такое не предусмотрено будет на желтый трогаться. По поводу салона, друзья, что могу сказать? Ну, какой-то он темный, знаете, более такой, ну,
темноватый, что ли. Вот поручни вот эти вот желтые были видны, как у нас и в Протенбассе тоже видны были эти поручни. А так по салону, ну что, приборная панель видна, и все. То, что нема никаких кнопочек вообще не видно. Ну, хоть прорисовки, потому что, как вы помните, на прошлом пазе там было видно просто все кайфово. Прекрасно было все видно. Здесь как-то темно. Ну, здесь, по-моему, и обновление вышло, потому что, говорят, здесь вообще был салон настолько чернющий. Ну, еще когда только вот в первых числах, когда там оно вышло, кто Аврору брал, говорят, ну, страшно было. А я не знаю, что сейчас поменялось. Оно как и было черное, так и осталось. Ну, вообще ничего не изменилось. Вот, ребята, такое хорошее место, чтобы притопить. Ну, 80, короче, он едет. Не знаю, было указано 90, возможно, ну, 85 где-то. Как Мазик, помните, мы с вами на Мазе тоже тут рассекали под 90. Но, опять же, я хотел его взять по району прокатиться. Ну, все-таки будет и дороги побольше, но как-то у меня сейчас обстоятельства не позволяют. Надо быстренько записать видео, поэтому вот выбрал городской маршрут. Поэтому не сильно мы тут проверим, но ладно. Грязные у нас. Мне кажется, из всего трафика мы здесь самые грязные. Погнали, пока трафик не тупит, а то на этих перекрестках, кто помнит, трафик вообще переворачивается знатно. Очень даже знатно. Ну все, получается, наш маршрут уже потихоньку подходит к концу. Сейчас будет буквально, наверное, еще остановки 2-3. Зеленый, отлично. Загорелся. Остановки 2-3. Ух ты! Я думал, она будет дальше. А мы ее немного с вами проехали. Ладно. Опять надо поймать эту точку, как я не люблю это делать. Ну, ёкарный бабай. Ну, сейчас только точки вот тут ловить. Не, смотри, не работает. Да что ж такое? Надо, видимо, полностью от этой точки как можно дальше отъехать. И только так она заберется. Отлично. Следующая точка почти через 300 метров. Так, красный. Ну, проскочим, ладно. Никого вроде нет. Сильно. Давайте, да. Не врежемся, мимо никого. Проедем на красный. Так, это тут остановочка. Ага. А то я думал, будет следующая остановка аж там. Ну да, получается еще одна остановка, ну если не считать конечную. Получается еще одна остановка. И конечная это у нас будет последняя. Самая последняя, которая здесь есть, это у нас будет конечная. Так, вот это самое. Последняя остановка на нашем маршруте. Она же была первой, когда мы ехали только с вами в порт. Ну, все. Да езжай давай. Третья, первая. Пока это все включишь, поворотник, который с 10-го раза включается, передачу. Руль выкрутишь. Уже в привычку вошло. Не так часто на автобусах езжу. Конечно, в этой игре. Вот сейчас надо будет немного почаще проехаться. Ну, у нас еще одна Аврора у нас будет на обзоре дальше. И, по-моему, у нас польская Ниса осталась. Глянуть, что да и как с ней связано. Да и по какому маршруту она ездит. Ну, вроде по заказному. Все, 16 тысяч зарабатываем, а было написано от 18. Ну, это если мы, наверное, по району бы поехали. Все, тут, значит, мы с вами и завершим наш дорогой, замечательный маршрут на вот такой Авроре. Если вам, ребята, все понравилось, обязательно оцените видео лайком и также прожимайте кнопочку подписаться, если вам нравится мой контент. Можете оценить Аврору, как она вам,
Давно ли вы ее еще разблокировали, катались ли вы на ней? Сравнить, например, ту же Aurora в игре Proton Bus Simulator и в игре Motor Depot. Но меня звали Данил. Всем спасибо, что уделили внимание. До новых видео. Всем пока. Пока.